Короче говоря, для начала, всем привет, вы на моем канале. Усаживайтесь поудобнее, у нас, как видите, Майнкрафт. Сейчас я объясню, что случилось. Ранее я хотел записать первую серию о моем выживании. Выживание непростом, выживание в Майнкрафте с модами. Модули вы сами потом увидите, какие на что там. Коротко, короче, расскажу о своем. Прошло. Я хочу прожить год игрового времени. Игрового времени год. Я прожил 3 дня. Но эти 3 дня не записались. За эти 3 дня я получил вот это. Да, не думайте, что это просто так. Я не зашел никуда. Реально за 3 дня это я все получил. Игрового времени. Нашел деревню. И обнаружил, что запись не идет. А потом обнаружил, что вообще видео не сохранилось. Вот такой косяк, извините. Так что это у нас сейчас будет 4-й день. Сейчас я вот этого челика подниму. Ну, вставай. Короче, из-за... Так. Я так понимаю, там много монстров. Из-за монстров, из-за этих я не могу лечь спать. Я не могу лечь спать, чтобы скипнуть ночь. Но раз я не могу... Заодно и подлутаемся. Там с мобов что-нибудь нападает. А их чё-то... Они куда-то ломятся, но... Я как бы не засал их. Вы не подумайте. Они вообще не страшные. Ни капельку. Я, кстати, эту деревню еще не облутал. Толком. Я думаю, давайте лучше поспим. Все, поспим. Скип. 4-й день. 4-й день. 4-й день. Сундук. О-о-о! Находочка. Вот это хорошечно. Так, вот это мы с собой забираем. Яблоки тоже возьмем с собой. Так. Как я раньше огласил свои планы, я хотел бы найти деревню и построить там, ну, типа домика. У меня есть камень. Наверное, в этой деревне я пока обоснуюсь, чтобы не забирать каждый раз у жителей их дома. Гори. Я, наверное, где-нибудь построю свой домик. Свой дом построю где-нибудь. Так, где? Я не хочу, чтобы он был достаточно простым. Но и недостаточно таким непростым, чтобы был. Все-таки я ненадолго здесь остановлюсь. Наверное, начнем вот так. Соединим вместе с этим домом. Ой. Так. Я тут вам немного перекрою это. Как его? Я, конечно, строитель такой еще. По-своему. Я умею такие дома строить, конечно, что и врагу не пожелаешь в такой хате жить. Ну что уж, придется вот так как-то кантоваться. Как-то придется кантоваться. А, достаточно широкая получается. Хотя я могу у них пол дороги забрать вот так. Я думаю, ничего, они ругаться не будут. Так, надо будет еще песка набрать. Здесь у них есть вот этот, как его, скажите мне. Так, еще один блок.
Так. Сколько у меня еще? О, так у меня еще до хера камней. Камней-то у меня еще до хера. Так что мы, типа, еще будем строиться. Так. Как там быстро вот так строится, да? Думаю, слишком высокий домик не надо. Так, где-нибудь вот здесь прорубим вход. Надо было сразу же пропустить. Но я строитель от бога. Зачем мне пропускать? Я сразу же все сделаю. Так. Мне кажется, он все-таки низковат. Можно будет потом второй этаж достроить. Так, 7 минут. Видео вроде не скипнулось. Надеюсь, все записалось. Надеюсь, звук тоже нормальный. Блин. Опять сейчас какая-нибудь морока будет. И жесть. А, еще рассуждал насчет того, чтобы позвать кого-нибудь из друзей поиграть со мной. Так. Тоже такая неплохая идейка. Может, кто-нибудь да согласился там на пару видосиков поиграть. Так. Ну вот так сделаем. Так. Ну, чтобы все равно повыше было. Чтоб казалось, что крыша не прям под моей, над моей головой. Чуточку повыше было. Я вот так сделал. Ой. Стоп. А, блин, я подумал, это ям. Капец. Так, сейчас надо еще найти у кого-нибудь жителей пищи. Я еще деревню до конца не просмотрел. Вот, деревню я просмотрел, как раз то, что вот здесь у меня видео есть. Такие деревья не смотрел. Еще у меня вот такой вопрос. Зачем мне строить дверь? Впрочем, да? Когда есть двери у моих соседей. Им-то они зачем? Мне вот от монстров закрываться. Мне понужнее они будут. Вот, нифига у меня гнилой плоть накопилось. Так. Пойдем поищем печь или что-нибудь похожее. Кровать. Так, здесь. Так, здесь верстак, здесь что? Здесь ничего нет. Надо найти какой-нибудь. О, двухэтажный домик. Блин, надеюсь, я все проверю и все посмотрю. Так. Чуточку нету. Чуточку нету. Так. О, сундук снова. А здесь о, книжка. Книжка мне, я думаю, пригодится. Кирка. Кирку каменную, наверное, лучше сделать на верстаке, не забыть. Ой, что-то сон поклонил. Сон клонит. Так. Здесь нет печи. Нам нужно найти печь. В крайнем случае, я смогу ее сам скрафтить. Зачем мне крафтить, когда я ее могу найти? Так, завалим его. Так, а чё мне... Чё с него ничего не выпало? Так. С него ничего не выпало. Так. Следовательно... Не так хорошо. Так, сейчас проверим, все ли я.
Так. О, вот эта штука мне нужна. Я сейчас... Да, вот такой полости такой заказался. Я думаю, мне такого столько хватит. О, уже чё? Это у него это на черный день, если вообще без света останется. Зачем ему стекла, когда у него смотреть-то некуда? Чё-то как-то глупо строили этот дом. Так, здесь я был, что ли? Нет, я не помню, чтоб я здесь был. Так, в этом двухэтажном доме я точно не был. Не был же. Так. Вроде не был. А, нет, я был. Я здесь спал. Был, был. Так, вот здесь я не был. А, нет, здесь соседи мои же. Ну, тогда надо хотя бы у соседей найти верстак. Так, картошечка. Картошечка неплохо. О, кстати, в церковь я не ходил. Храм или что? Ну, башню эту. Я всегда думал, что это церковь Папы Римского. Так. Смотрим. Высоко стою, как-то лысо, далеко гляжу. Ой, с Богом. Все бы так спускались. Так, не туда иду. Мне... Так, ты кто? Торгуешь чем? Да есть что-то... Так, Redstone. Вот это интересно. Но пока что Redstone мне не нужен. Пока он мне незачем. Да, пока он мне незачем. Так, видео идет, 13 минут уже. А я все сегодня спать хочу. О! Сейчас сделаем печь. Печь. Так. Еще что-то нужно. Вот, кстати, один из модов. Спалил я. Ну, можно делать корабли. Они могут спавниться, корабли. Вот тут, ой, ничего больше не здесь. Там еще... Так. Звук мне довольно не нравится. Так, а зачем мне печь? Напомните. Зачем мне нужна была печь? Зачем ты мне нужна была, короче, печь? А зачем, я не помню. А, все, вспомнил. Точно. Мне нужна была печь, чтобы... Во-первых, сейчас мясо пожарю. Во-вторых, чтобы сделать стекло. Пока мясо жарится, я пойду к кому-нибудь переночу. Соседу. А зачем? Ну, не кровать там. Так. Кровать поставим куда-нибудь. Пошинфуй его сюда, в уголок. А, кровать слишком далеко. Так. Сейчас можно пол сделать. Быстро пол здесь сделаю. Это у нас уже четвертый, пятый. Пятый или шестой день. Ну, на монтаже я точно буду отмечать. Так что не спутаюсь, надеюсь. Надеюсь, не спутаюсь. Чё, а я чё... А, нет, забрал вот они. Блин, здесь. Такой чё, типа, пол не забрал. Ну, прикольный пол, мне нравится. Белый такой, необычный. Опа. А, я же ещё хотел кирку сделать, точно. Каменную. Чтобы железо не тратить. Потому что железо больше не надо, там золото еще. Что-то найду.
Так. Ну пойдем, пойдем. Пойдем сделаем еще и кирку камень. Еще палку. Две, да. Кирки. Две кирки, две кирки. Плохо, ё, плохо. А, он ко мне бежит. Так, ты мне не нужен. Я вот сделал кирку сейчас. Надо куда-нибудь отбежать и найти песок. Песок, чтобы сделать окна. Если я же не ошибаюсь, песок же нельзя никак крафтить. Его только можно добывать. Да, я там мод здесь установил, может, и можно. Просто я не знаю. Так. Так. Уплываем. Я тут сейчас потеряюсь. И не найду свой домик. Печка. А я, не щекоти меня. Рыжий. Так, что там, лодка у него была или не показалось? А нет. Свинятник. Так. Ой, сон клонит. Так. Сейчас сделаем стекла. Ой, первый видос, наверное. Будет короткий, 20 минут. Даже по монтажу потом меньше. Хотя нет, давайте дальше поиграем. Хотя у меня сил нет. Сил нет, спать охота. А время? Ой, время-то мало еще. Так. Что можно поделать пока? Пока... Я могу огородить как-нибудь. У меня есть лишний... Это? Не знаю, как-нибудь... Мост, что ли, сделать вот здесь? А чтоб отсюда туда переходить. Ну, давайте. Сделаем мост. Я думаю, вот так хватит. Вот так. 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 Вы мне потом это заплатите за то, что я вам мост строю бесплатно. Так. Так. Короче, что можно сказать? Еще. Еще можно сказать, что я давно не спал, хочу спать в реальной жизни. Вот это да. Еще надо смонтировать, успеть. Можно даже сегодня выложить. Если есть... А сил уже хватит. Вот надо мне спать все-таки ночью, а не играть. Станок. Так. Так. Все. Мост сделан. Так. Стекла, наверное, там сделались уже. Да, я думаю, что стекла сделались. Вот шахты нет никакой рядом. Я бы сейчас поддобывал бы какое-нибудь железо. Так.
Стоп. Вот так сделаем треугольник. Прикольно же, да? Ой, не то. Ну и последняя ветка. Вот так. Не до треугольника. Вот уже светлее становится. Уже лучше. Ой, наверное, меня там вообще на видео не слышно. Зеваю. Так. Так. Среда, день тяжелый. Маны надо. Так, книжка. Вот книжка. Книга. Мне надо найти перо. Надо замочить. Попугая. Вот этого, да. Попугай. Гайперо. Не у меня мясо только нет. Что же такое мясо дальше? А стоп, а как мне перья добывать? Стоп. Чё-то я с мадами видно переборщил. Я не могу перья добыть. Так, ну пойдемте. Да. Знаю, куда-нибудь. Так. Деревню вроде всю исследовали. Там что-то наподобие скалы есть. Пойдемте вроемся в нее. Зубами. Вроемся, воскалимся. И сожрём её с потрохами. Да? Ой. Да, сегодня видео точно не выйдет. Я завтра напишу. Сегодня уже всё. Сейчас допишу и... спать. Итак. Ну, копаемся дальше. Так. Копаем. Когда нам хоть какая-нибудь вода упадет? Хотя мне кажется, что глубже надо. Да, упадет. Так, факел. Факел, маджа, фик, бич, эно, фак, птич. Птичка пролетаяла. Меня завертела. Так, какой сейчас день идет? 5-й или 6-й? Я вот что-то ненароком запутался. Ну, я посчитаю это на монтаже. Вам то само ясно, какой день. Так. Тут даже, наверное, обрезать-то толком ничего не надо почти. Почти легкий монтажник и все. О, первая железная руда в деревне. Это хорошо. Так. Собираем. Можно потом вот так делать, знаешь? Копать вглубь.
конечно, не копаем. Копаем. Ой. Чуточку не... Чуточку помажу. Чуточку. Земля началась. Ох. Так. Ну, я думаю, на этом, наверное, можно закончить. Так как первое видео будет короткое. О, ночь наступила. А это значит, очередной день закончился. Пора идти. Вот такие вот, скажите мне. Пора идти в кровать. Меня опять выпасит. Так. Да задел меня сану. Вот, кстати, мой дом уже рядом. Совсем недалеко. Так. Поставим уголь. Поставим вот это. Ой, нет, не это. Это пускай переделывается. Я сам лягу. Ну и встретимся в следующем дне. Пора заканчивать. Всем пока.